Теперь небольшой экскурс в историю. Немецкий кинжал выдается вроде бы как оригинал, но, честно говоря, после ближайшего осмотра есть мнение, что все же это ранняя Польша. Вот. В таком повитом стене он курица с рукояти улетела, обратите внимание. Вот. Ну вот сейчас проверим мы, так ли были несгибаемы. Так, что-то, честно говоря, тут уже резать особенно нечего. Мы сейчас как-нибудь... Да, мы сейчас перевернем следующий, но я думаю, это больше мы делаем ради шоу, поэтому как-нибудь сюда. Так, вот, обратите внимание, жировой след, вот он, примерно здесь. Вот я попал по этой траектории, вот он прошел довольно-таки удачно, так как кинжальчик, обратите внимание, сведен ноль, не очень толстый. Ну что, деды воевали и победили, тем не менее, несмотря ни на что. Эти деды не победили. Да, дедов не победить, нет. Вот. Почему нет? Сань, вот этот костер. Да, канадца.